Чебоксарской школе искусств номер 1 32 ученика успешно сдали экзамены. Это первый выпуск детей, которые обучались по федеральной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». На экзамене, как и положено, строгая комиссия. Ученики защищают свои работы. Присмотреться к талантам на экзамен приходят представители профессиональных учебных заведений. Так они знакомятся с будущими абитуриентами. Год от года уровень и качество подготовки обучающихся, ну и наших абитуриентов, растет. Вот. Это выражается в том, что наши уже выпускники нашего училища поступают в ведущие вузы страны все больше и больше. И вот в этом году к нам приезжает председателем защиты дипломных работ башкирцев. Это Репинская академия. Талантливые ученики первой школы искусств ежегодно доказывают всем, что они действительно первые во многих направлениях. 717 детей только в этом году выступили на 7 международных, на 6 всероссийских, на 5 межрегиональных, 13 республиканских, 13 городских конкурсах, фестивалях. 604 стали лауреатами. В школе искусств 5 отделений: музыкальное, театральное, хореографическое, художественное и эстетическое. Один из лучших проектов, который здесь реализуется, — «Гармонь, душа моя». Он зарождался как городской, а вырос до всероссийского. Мы в этом году провели 5-й всероссийский конкурс «Гармонь, душа моя», в котором участвовало почти 200 участников. География наша широкая: Марийская республика, Татарстан, Чувашская республика, Нижегородская область. У нас бывают гости из Липецкой области, из Ульяновской области. В школе искусств закладывается фундамент для продолжения образования в художественном или музыкальном училище, а затем и в вузе. В этом суть предпрофессиональной программы, которая успешно реализуется в школе искусств. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.